Hi, man. Сегодня мы начинаем большой гайд. Большой гайд – это гайд по всему, что только связано с Майнкрафтом. В общем, если вы просмотрите этот большой гайд полностью, то вы изучите максимальное количество информации про Майнкрафт. Начнем, пожалуй, с азов. Что такое Майнкрафт и вообще, вот вам сказали друзья – друг, там, установи Майнкрафт, вообще крутая игра, или вы сами нашли где-нибудь на просторах интернета. На самом деле, начать нужно с того, что установить Java. Java — это язык программирования, универсальный, придуманный в основном для интернета, так как с появлением интернета стала проблема с многоплатформенностью. И нужна была какой-то язык программирования, который работает на многих операционных системах. Java этим и отличается. Ее можно запускать на Mac'е, на Ubuntu, ну, соответственно, на Windows'е. Плюс еще его можно запускать на KentOS, и много устройств поддерживает Java. Принцип работы Java прост. Она создает виртуальную машину внутри вашего компьютера. Виртуальную среду, скажем так. Ну, в принципе, из-за этого с ним большие лаги. Ну, Майнкрафт написан на этом самом языке Java, чтобы он был общедоступен на всех платформах. Не ведитесь на то, что вам друзья говорят, вам просто нужно ввести в Google Java и установить Java. 100% у вас Java будет не такая, которую нужно. Чтобы получить Java, которую нужно, вам нужно зайти на сайт, официальный сайт компании, которая занимается этим языком. Но на самом деле она его просто купила. Ну, сейчас продолжается заниматься. Сначала нужно узнать, какая у вас, сколько у вас битная система. Если у вас 32-битная система, то она поддерживает до 1 гигабайта Майнкрафт. На ванильном Майнкрафт, то есть без модов, это вполне приемлемо. Но если вы же собираетесь устанавливать моды, вам следует установить 64-битную операционную систему и, следовательно, 64-битную Java. Начнем. Многие теряются на этом сайте, но это достаточно легко. Мы открываем вкладочку Downloads, не кликаем ничего. Далее, Java for Developers. Переводится как Java для разработчиков. Смело кликаем. Нам нужно JDK, либо есть JRE. Нам нужно выбрать JDK, так как это комплект разработчиков, он включает в себя максимальные функции, которые на этот момент вообще есть. На данный момент самая новая Java это 7 с апдейтом 17. Если же на момент создания этого ролика Java другая, то в общем, примерно то же самое со всеми версиями продукта. Здесь как скачать? Вот я кликаю, оно кликнется, но не выведется. Нужно сначала нажать принять лицензионное соглашение. Если вы хотите его прочитать, то можете просто кликнуть вот сюда. Вот. Теперь какой файл качать? Смотрим сначала на вашу операционную систему. Допустим, у вас Windows. Ну, это как стандартный пользователь. Профессиональные пользователи, которые используют Linux, они знают, что качать. Сначала нужно... Ну, я рассказывал про 32-битную систему, 64-битную систему. Но здесь как откуда-то взялось 86 и не видно 32. Качайте спокойно, если у вас 32-битная система, то качайте спокойно 32-битную Java. Но, внимание, одно но. На 64-битной системе пойдет 32-битная Java, а вот на 32-битной системе не пойдет 64-битная Java. Так что, даже если у вас 4 гигабайта на компьютере и больше, вы не собираетесь ставить, то я советую вам установить 64-битную систему, так как там есть очень много преимуществ.
Потому что Java использует всего 1 гигабайт, если 32-битная система, и это очень мало. Даже 4-битная система использует всего 4 гигабайта ограничения. Но эти ограничения можно снять, причем снимать их можно только на 64-битной системе, как через запуск, через командную строку. Но не будем париться, у меня 64-битная система, я изначально устанавливал, так как у меня 8 гигабайт памяти. Пока качается... Качается оно долго, так как весит 90 мегабайт. Странно, ведь прошлая версия Явы весила 120 с чем-то. Я вам объясню, как устанавливается Майнкрафт. Майнкрафт это... Ну, сначала нужно... будущее развитие Майнкрафта... Я советую вам купить лицензионный Майнкрафт. Многие хотят купить лицензионный Майнкрафт, но у них не получается. Во-первых, нужно зарегистрироваться. Как это делать, я не буду, так как это действие аналогично к другим сайтам. Более подробный процесс написан на Майнкрафт Вики. Кстати, все ссылки будут доступны под видео с описанием. Майнкрафт стоит вот 880 рублей. Спешите купить, так как потом будет доступна функция Minecraft Realms, и оно может стоить гораздо дороже. Вот. Но прежде чем мы установим новую Яву, нам надо удалить старую, если такова есть. А ее обязательно нужно удалить. Нам нужно скачать программу CCLinear. Она очищает реестр, чистит ваш компьютер и делает все для того, чтобы на вашем компьютере не было хлама. А почему именно ее? Во-первых, она самая популярная, самая простая. Я не считаю качать какие-то другие программы, если есть это. Тем более, чтобы не засорять ваш компьютер, можно скачать портативную версию. CCLinear. Но если вы хотите пользоваться постоянно, но вам понадобится, то качайте установочную, конечно. Нам нужно ее разархивировать. Разархивация прошла успешно. Далее заходим в папочку, где мы загружали разархивированный архив. Предупреждаю. Вам перед этим нужно установить WinRAR. Здесь также идет подразделение на 64-битную программу и 32-битную программу. Аналогично с Явой запускаем, если у вас 64-битная, запускаем цифру 64. Нет. Я расширю на полный экран для удобства. Мы вводим здесь Ява и удаляем все, что находится по этому запросу. У меня уже все удалено, так как я подготовился к записи. Это долго оно удаляется обычно. Далее нажимаем регистр. Сканировать регистр. Ждем. Он сканирует регистр на наличие ошибок. Видите, нашел. Мы нажимаем эту кнопочку. Нажимаем «Нет». Вы можете нажать «Да» и сохранить. Нет, давайте лучше нажмем «Да». Допустим, это будет Minecraft. Вот. Это как бы бэкап. Вы можете нажимать по одной кнопочке, а можете нажать «Исправить все». Закрываем. Также вы можете воспользоваться еще одной удобной вещью, это очистка ненужных файлов. То есть компьютер при загрузке видео или при загрузке чего-то, он делает ненужные файлы. Ну все, в принципе, очистку компьютера мы закончили. Теперь можно и установить нашу Яву. Запускаем. Далее нам предлагают выбрать, что установить. Устанавливаем всегда все. Процесс установки может затянуться. А пока что я расскажу о способах поиграть в Майнкрафт нелицензионно. Но я вам предупреждаю, если вы хотите воспользоваться всеми благами, то
качайте лицензию, ну, покупайте лицензию. Я вот, например, купил лицензию. Я не понимаю людей, которые говорят, не надо покупать лицензию. Вот. Если у вас 32-битная система, это, конечно же, гораздо проще все эта установка, так как в основном у всех 32-битная. Но я вас предупреждаю, будут ошибки. Кстати, устанавливать обязательно Яву по стандартному пути. Ни в коем случае никуда более не надо. Если вы установили 32-битную систему, 32-битную Яву, 32-битной системе, это же гораздо проще, но я вам еще раз говорю, есть возможность лагов и прочих неудобств, которые потом возникнут. Мы заходим на ссылку, которую я дал в описании. Это пиратский лаунчер от Angisauto какого-то. Это просто человек, он первый сделал лаунчер на Майнкрафт пиратский, поэтому его лаунчер очень знаменитый. Мы нажимаем «Качать». А он начинает качаться. Но я его не смогу запустить, так как он только для 32-битной системы. Да, я так и знал. Но если у вас 32-битная система, то да. Вот. Если же у вас 64... Что делать, если же у вас 64-битная система? Ой, да. Вот здесь можно, нужно помучиться, но результат оправдает. Нет, это купить. Мы на официальном сайте нажимаем под кнопочкой Buy Now, Downloads. Там далее выбираем Minecraft для Windows. Ну, на какой сейчас операционной системе. Он автоматически перестраивается. И запускаем официальный лаунчер. Далее ждем, пока это все прогрузится. Ждем. Далее нажимаем логин. Блин. Ну, тут придется качать Minecraft вручную. Но вот для лицензионных здесь нужно ввести e-mail, здесь пароль, нажать логин, и все будет замечательно. Что же делать, если у вас нет лицензии? Здесь придется погуглить. И нахватать кучу рекламы. Качать. Minecraft. И вот здесь смотрим самая новая версия на официальной сайте. Вот, Minecraft 1.5. Вводим 1.5. Все. Minecraft 1.5 скачать бесплатно. Нажимаем скачать. Видите, вирусов нахватали еще. Сейчас вирусов нахватаем. Да. Так. Ну, все это очень долго. Легче, кстати, установить и...